Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 12-го каталога Faberlic, на мой взгляд, самого классного каталога этого года. Я поделюсь с вами своими отзывами и рекомендациями, а также вместе составим план покупок. Давайте начнем. Сразу на обложке каталога видим новинку в уходе за волосами, это совместная разработка с Японией, и здесь у нас три коллекции. Первая для всех типов волос шампунь и кондиционер, бальзам, точнее, питательный. Вторая восстанавливающая серия. Здесь у нас шампуня нет, есть только маска и очищающий кондиционер. Девчонки, это что-то новое, вот очищающий кондиционер, да? И третья линейка в этой серии, это у нас вулканический пепел. Для всех типов волос мицеллярный шампунь и маска глина детокс для кожи головы, да? Очень интересный продукт. Я, скорее всего, буду брать мицеллярный шампунь. И восстанавливающую, возможно, масочку вот эту вот. Посмотрю. Мне пока вот эти два продукта запали в душу, и для моих волос, мне кажется, они как раз подойдут. Дальше еще новинки, новинки, новинки. Они в этом каталоге вообще не скончаются. Сколько я его, девчонки, листала, столько как бы и поражалась. Хорошая цена будет на скаточку Айсиул. Я вам уже говорила, что я ее безумно люблю. Она невероятно крутая. Очень здорово вычищает поры, делает личико мягеньким и гладеньким. Это хорошая цена, поэтому, кто не пробовал, советую вам присмотреться. В серии Океанум появляются гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз, 60 штук. 1299 рублей. Мне кажется, это дороговато. Мимо этой новиночки я, скорее всего, девчонки, пройду. Но сама задумка действительно классная. Есть патчи тоже очень эффективные, но гораздо дешевле. Поэтому, девчонки, Океанум я не рассматриваю. Очень красиво у нас изображена серия «Кислородный баланс» в этом каталоге. Девчонки, я уже вам много раз советовала, еще раз посоветую. Крем для жирной и комбинированной кожи на лето – это «Кислородный баланс», дневной крем. Любой крем у нас будет за 229 рублей. Скидки никакой нет, но тем не менее за такой крем это хорошая цена. И классная будет цена на спрей для лица. При покупке любого крема он будет стоить 99 рублей. Я сейчас храню его в холодильнике, вот этот спрей, и спрыскиваем лицо. Мне он очень нравится. Он очень легкий. На лето прям самое то. Так, девчонки, дальше у нас в линейке Bio Glow появляется новинка. Это ночная маска желе в объеме 50 мл. У меня есть два продукта из этой серии. Это патчи и крем сияния с жемчужным эффектом. Да? И они мне очень нравятся. Цена на маску, скажем так, не дешевая. Но хочется попробовать. Буду, скорее всего, брать, девчонки. Будем с вами ее тестировать. И посмотрим, насколько она лучше или уступает нашей с вами любимой масочке из линейки Weekend. В линейке Beauty Lab появляется вот такой вот гидрогелевый патч для губ со скрабиком. Здесь в одном отсеке скраб для губ, в другом гидрогелевый патч. Если берем два, они будут по 99 рублей. Посмотрю, подумаю, может быть, возьму. Но вообще это дорого для одноразового продукта. И как бы, ну, я считаю, что бессмысленно, девчонки. В линейке Варио будет классная скидка на крем легкий, увлажняющий. Мне нравится серия Варио, тоже я вижу от нее эффект. И уже на эликсир антистресс и сияние. Мне сияние, девчонки, не понравилось, и как-то вот от слова совсем. Поэтому, кто не закупился еще любимым эликсиром, в 11-м каталоге у нас как раз вот аквалифтинг, мой любимый, он идет по скидке 40%. А вот любимая линейка Weekend. В этом каталоге будет хорошая скидка на восстанавливающую, не на восстанавливающую сыротку, на восстанавливающий крем для лица. Мне больше нравится гель, но и крем тоже крутой. На самом деле я его прям обожаю. Очень нравится вот эта умывашка. Ну, про маску я вам тысячу раз уже говорила. Вообще мне вся серия безумно нравится. И сыворотка крутая, и гель для кожи вокруг глаз. Вот все-все, редко мне бывает, что вот вся линейка нравится. Здесь, да, прям вот действительно, да. Опять в каталоге нет масочки вместе с карбокситерапией. Возможно, она просто будет отдельно на сайте. Ну и акции на карбокситерапию тоже особенно никакой нету. Мне очень нравится эта система. Я повторно уже ее взяла. Она действительно высветляет лицо, действительно очищает его, разглаживает. Мне нравится. На самом деле работающий продукт. Вот у нас появляются наконец-то косметические спонжи. Три штуки, правда, 129 рублей. Даже если минус скидка консультанта, то это где-то будет, девчонки, сколько? Рублей 100, да?
26%, ну да, рублей 100 с небольшим. Я такие в фикс-прайсе беру за 55 рублей 3 штуки, но очень хочется попробовать и фаберликовские. А, вот масочка-то у нас, как же ее не будет? Вот она дорогая, кислородная маска у нас будет в подарок при покупке набора. Слушайте, это достаточно выгодно, за 800 рублей вы берете все три продукта. Это нормальная цена на карбокситерапию на самом деле. Буду брать спонжи, посмотрим, что они из себя представляют. Они, судя по всему, приходят вот в таком вот сжатом состоянии, когда намочишь их водой, они расправляются. На восстанавливающую маску сливки для лица из серии Биомика будет хорошая скидка. Очень рекомендую присмотреться и попробовать эту масочку. Это действительно сливочки такие для лица, которые здорово-здорово увлажняют, выравнивают цвет. В общем, понравилось, действительно понравилось. Хочется повторить покупку. Из линейки Axology кислородное дыхание мне нравится только гамаш. Я вам уже его показывала. Вот он, очищающий гамаш, будет без скидки. К сожалению, давно на него вообще не было скидки. Но здесь 75 миллилитров, он довольно большой, его хватает надолго, и с ним кожа как будто обретает второе дыхание. Вот когда вы пройдетесь им по лицу, там не очень много частичек, больше геля, и смоете, такое ощущение, что кожа дышит через нее, прям проходит вот кислород. Действительно крутой продукт, девчонки, это вот то, что действительно стоит попробовать Фаберлик. И ура! Смотрите, у нас возвращается роллинг-гель для очищения пор. Цена, конечно, прям вообще. Он в два раза дешевле, мне кажется, был, когда он пропал из каталогов. Появляется крем для сужения пор в объеме 40 мл. Тоже цена ого-го. И маска для глубокого очищения. Если мы берем набор роллинг-гель плюс крем, то отдаем 700 рублей. Это, в принципе, выгодно. Если мы берем все три продукта, то отдаем 1000 рублей. Я подумаю, девчонки, что брать, что взять, как взять повыгоднее, по баллам посмотрю. Но вот этот продукт хочу обязательно, потому что я эту скатку обожала, прям обожала. И знаю, многие горевали, что она пропала. Наконец-то нам ее ввели обратно в каталог, но, правда, по сумасшедшей цене. Девчонки, гель-герметик, новинка прошлого каталога. Что могу сказать? Пока чудес он мне никаких не сделал. Я пользуюсь им на постоянной основе вот уже дней 10. Наношу как положено. Дальше полчаса ничего не делаю. Просто сплевываю и хожу, да. Пока ничего. Вот ничего пока. Но когда его наносишь в местах, где эмаль повреждена и есть чувствительность, да, когда вот холодненькое что-то пьете или шоколадочку кушаете, то в этих местах, когда мажете, прям вот небольшой дискомфорт есть, который потом проходит. А вкус мятный, приятный, классический мятный вкус, не такой, который выжигает рот, да, достаточно приятный, как бы никакого дискомфорта не составляет 5 минут подержать это все дело на зубах, но пока ничего не вижу, девчонки. Буду тестировать дальше, когда пройду полный курс, израсходую тюбик. Тогда вам уже полноценный отзыв оставлю. Хорошие цены на наборы. У нас прям собирают набор шампуня от перхоти плюс спрей-лосьон. И также набор шампунь-активатор и спрей-активатор. Я в свое время мужу брала спрей от перхоти. Помогает, девчонки, после первого применения. Прям очень крутой спрей. Так что у кого есть такая проблема, советую попробовать именно это средство. Новая помадка в линейке Glam Team, она будет увлажняющая, я так понимаю, потому что здесь у нас помадное дерево, масло помадного дерева. Девчонки, когда-нибудь видели помадное дерево? Оформление мне не нравится. Мне вот этот корпус напоминает наши дешевые помады, если честно. Мне вот прям не нравится. Я подумаю, буду брать или нет. Помад у меня много, но тоже хочется вам взять что-то на затест, чтобы вы понимали, что это. Мне кажется, девчонки, которые давно в Фаберлик, они вот эти флакончики узнают, не считая вот этой вот крышечки коричневой, да? Это мне даже это что-то уже напоминает. Подводки крутые, очень крутые, не отпечатываются, сутки на глазах держатся, прям вот обожаю, любовная любовь. У меня коричневая есть и вот такая вот красненькая, розово-красная. Они действительно, девчонки, крутые. Прям вот рекомендую от души. И моя любимая тушь, девочки, меня недавно под видео спрашивали, вот они обе. Мне очень нравится мискера коричневая, сейчас вот прям к ней тянется рука даже больше, чем к этой на самом деле, не знаю почему. Но, наверное, все-таки действительно коричневая тушь делает взгляд более естественным, да. Здесь она угольно-черная, крутое удлинение, прям действительно крутое, в составе есть гель, который удлиняет ваши ресницы прям практически до бровей. Девчонки, я так понимаю, что Фаберлик потихоньку выводит полуматовую губную помаду Овация, да, вот последний раз в каталогах, она крутая, девчонки, она очень крутая, и цена на нее будет хорошая. Вот мой любимый оттеночек, натуральный вельвет,
Один из любимых. Такая текстура приятная. Она действительно на губах полуматовая. Она не такая на губах, как у модели совершенно. Она более матовая. Оттенки классные, красивые. Прям вот этот оттенок вообще суперский. Такой нюдовый, с сиреневым подтоном. Такой холодненький. Жалко, что ее выводит. Одна из любимых прям моих помад. Викинг и Валькирия, многим полюбившихся два аромата, мужской и женский, снова в каталогах. Но, девчонки, цена, конечно, завышенная. Те, кто любит, надо, конечно, скидочки, мне кажется, подождать. Новинка в серии Ля Крем. Девчонки, это у нас будет восстанавливающий крем для лица, рук и тела в баночке 249 рублей. Крем-гель для душа и крем-мыло для рук. Обязательно что-нибудь возьму. С вами потестим аромат. Это райские моменты с медом. Мне кажется, это будет какой-то такой молочно-медовый аромат и очень даже неплохой. Может быть, даже не на лето, на зиму, но я обязательно что-нибудь возьму, и мы с вами потестируем. В прошлом заказе я пыталась вот эту косметичку урвать. Уж очень она мне понравилась, показалась функциональной, не было на складе. Может быть, в этом каталоге буду пробовать снова, потому что, ну, действительно, девчонки, понравилось. В серии Нуки у нас появится очищающая пенка, которая подходит для тех, кто носит брекеты. Очищающая пенка для полости рта. Проникает в самые труднодоступные места. Попробуем. Возможно, возьму, девчонки, и попробуем, что из себя представляет пенка. Довольно интересный продукт. Дезодоранты подорожали, девчонки. Любой дезодорант всего за 85 рублей при покупке, ну, как бонус к покупке. На втором шаге выбираем. Буду брать дезодорант. Я ими пользуюсь уже, наверное, год практически. И мне прям очень-очень нравится. Любимая линейка салон Kia. Девчонки, что-то вам хотела про умный кератин сказать. А здесь он у нас даже не представлен. Только масла и гиалурон. А вот эта новиночка, маленький такой флюид для кончиков волос, да, для запаивания секущихся, понравился. Но как-то по мне у меня большой расход. Чтобы запаять мои кончики, мне его приходится наносить много. Поэтому мне прям вот его, мне кажется, на несколько применений хватит. И все. Питание Wellness. Девчонки, в прошлом каталоге брала шейкер, брала малиновый коктейль. А в этом каталоге планирую брать грибной суп. Уж очень мне понравился. Девчонки, кто не видел мое видео про питание Wellness, оставлю обязательно ссылку в инфобоксе. Грибной суп изумительный на вкус. Буду брать, девчонки, буду брать и буду стараться с августа уж точно вот питаться правильно. Буду брать средства гигиены. Они у нас, заметьте, подорожали. 179 рублей, уже были 149. И, видимо, дешевле не будут. Здесь у нас анионовый чип. Меня эти средства для ежедневной и неежедневной интимной гигиены просто спасли от боли в животе. Действительно. Я не знаю, как это чудо случилось, как за счет чего это происходит. Но это действительно факт. И поэтому я их очень люблю. Не каждый раз, не в каждом заказе вам показываю. Но они у меня практически постоянно есть. Посуда, посуда, девчонки, сковорода ведет себя в использовании отлично, ножиточка изумительно, всем довольна, просто потрясающе. Доска, девчонки, из этой разделочной серии тоже круто себя ведет, по-моему, у нас в каталоге ее нету, да, здесь, разделочной доски. Я вам покажу обязательно во влоге, как она выглядит, и объясню, как бы, что с ней случилось, и стоит ли ее вообще брать. В серии Дом появляется новый порошок. Он у нас будет для деликатных тканей по цене 299 рублей. Я, как бы, знаете, стираю все одним. Если деликатно, то одним и тем же порошком, но просто на деликатном режиме. Поэтому, не знаю, мимо этой новиночки, наверное, девчонки, пройду. Буду брать порошок обычный. Я люблю горную свежесть или альпийский лук. В этот раз, может быть, возьму альпийский лук. У нас порошки будут по 299 рублей. Будем брать. Снова в каталогах у нас появляются швабры, ведра, ну и хотелось бы еще тазик, но почему-то его пока в каталоге нет. Ведерочка складное, видела, держала в руках на пункте выдачи, это, конечно, крутая задумка. Швабры я такие жутко не люблю, я не люблю колупаться руками в воде. У меня, если швабра, то она обязательно должна быть с отжимом. Кусочек флоранжа в каталоге. Девчонки, у нас была какая-то акция, по-моему, кто несколько каталогов делал по 50 баллов, тот сможет потом 30% скидку получить на белье флоранж. Я посмотрю, если 30% уже в этом каталоге проходит, я, честно говоря, не помню точно условия акции, то, может быть, себе какой-нибудь комплектик присмотрю. Я ни разу не брала белье флоранж, но я знаю, что девочки его хвалят. Синенький комплектик прям красивый. Вот, поэтому, возможно, приобрету себе какой-то комплект и вместе с вами посмотрим. Одежду Фаберлик я частенько пролистываю, потому что, ну, мне не очень нравятся модели. Вот разве что детские.
детский. Я все планировала заказать сарафанчик. В школе мы в этом году идем в первый класс. Здесь очень красивая детская коллекция. Вот детская прям очень-очень мне понравилась. Зашла, есть из чего выбрать. И детки такие все симпатичные. И обувь. А вот во взрослой девчонке нет, не тянется рука совершенно, поэтому всегда прохожу мимо. Ну вот, в принципе, и все. Подарочек будет крутой для новичков в следующем каталоге. Кондиционер для белья, пятновыводитель и порошок. Снова средство для дома нам дает компания попробовать. И если мы сделаем заказ в первые 24 часа после регистрации, то получим набор пробников для дома. Ссылочка для регистрации всегда, девчонки, под видео. Кто еще не зарегистрирован, проходите, регистрируйтесь, и тогда я буду вашим наставником. Ну а на этом все, мои хорошие. Каталог классный, крутой. С нетерпением жду уже, когда смогу сделать заказ, получить его и показать вам. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.